Повернись до свого брата, сестри, привітай ще раз, скажи, ти чудово виглядаєш. Думаю, спідкуди я виглядаю, да? Чудово. Дорогенькі, сьогодні ми будемо говорити про посвяту. Посвяту свого життя Господу. Прошлу неділю ми говорили з вами про першу любов, про те, як її зберегти. Ми казали про те, як, щоб ця любов, вона панувала в нашому житті, щоб вона керувала нашим життям, щоб вона мотивувала наше життя. І ми говорили, як це відбувається, як повинно відбуватися і так далі. Як підкидувати дров для того, щоб наша любов палала. І про все це ми говорили, і сьогодні хочу продовжити цю тему у розрізі посвяти свого життя нашому Богу. Сьогодні треба поміркувати на цю тему і побачити деякі практичні такі шаги, котрі Бог хоче навчити нас через своє святе письмо, щоб ми не втратили цього состояння першої любові і не мали такого упрека з боку Бога, тому що Бог дуже ревний, ми прошлого разу дивилися на це, що Бог дуже ревний про те, щоб ми дійсно мали цю першу любов. І ми говорили, що Єфеська церква, вона була не хватає лексикону українського. Получила укор со стороны Бога, и мы знаем, что вообще Ефес, он исчез из карты мира, потому что Бог хотел показать важность и серьезность, которых он ревнует отношений с церковью, и это было по отношению Ефесской церкви. Давайте обратимся к 12 главе послания Римлянам. Она носит такой абсолютно практический характер, содержит в себе конкретные наставления от Господа, касающиеся нашей христианской жизни, жизни христианина, поэтому для нас будет полезным поразмышлять именно над этим местописанием. Это Римлянам 12 глава с 1-2 стихом. Римлянам 12 глава, 12:1-2. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представить тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья благая, угодная и совершенная». С первых строк мы видим, что Павел говорит здесь о посвящении. И вообще для Павла было характерно всегда заканчивать свои послания какими-то такими практическими советами. Он особо в этом преуспевал. Он мог бесконечно углубляться в исследования теологических вопросов. Он иногда позволял себе философствовать где-то, но при этом всегда возвращался какими-то практическим принципам, которые управляют жизнью каждого христианина и твоей, моей, конечно же, тоже. И мы с вами как-то размышляли на тему посвящения. И у пастора Александра вообще есть целая книга в «Смелой» о том, о посвящении. И это на самом деле очень важный вопрос, вопрос нашей жизни христианской, потому что в последнее время, как и многие другие вещи, это потеряло свою актуальность в христианстве. Почему-то людям в плане посвящения
стало тяжеловато двигаться, тяжеловато отображать себя в посвящении. И мы все время как-то сдаем свои позиции. Знаете, как сейчас, когда мы имеем фронт, мы видим, что иногда приходится сдавать какие-то позиции. А в христианской жизни, в христианской борьбе, в христианской духовной войне это чревато сдавать свои позиции, потому что мы сдаем их врагу, который не имеет никаких правил, не имеет никаких законов, который просто направлен на то, чтобы украсть, убить и погубить. И как только мы где-то сдаем свои позиции, он наносит смертельные удары. Поэтому мы не можем позволить себе такой роскоши, где-то отступать, уступать. И так важно, чтобы мы это понимали, что то, что происходит сегодня с христианством, это в большей части поражение церкви. И поэтому так важно, чтобы церковь сегодня осознавала и понимала, как важно, как ценно оставаться верным, оставаться посвященным, оставаться стабильным в этом. Не так вот сегодня я посвящен, завтра я уже не посвящен, опять посвящен, опять не посвящен. Знаете, такие волны брожения. И Бог искренне ревнует о том, чтобы церковь, она была, знаете, как монолит, чтобы она двигалась как монолит, чтобы мы были в постоянстве в молитве, в постоянстве в изучении Слова Божьего, в постоянстве в отношениях друг к другу, постоянство в любви, постоянно в сострадании, постоянстве в открытии сердец друг для друга, то есть в постоянстве. И знаете, мы можем где-то в чем-то тренировать себя, быть в постоянстве, но так важно, чтобы постоянство это было чертой характера нашей христианской жизни. Это важно, это ценно, потому что Бог на самом деле ожидает постоянства от каждого из нас. Потому что даже для того, чтобы стоять на месте, необходимо тоже прилагать усилия. Представьте себя, вот пример такой, в состоянии, в котором вы сейчас находитесь, со всем тем, что у вас сейчас есть, только 2 года спустя. Проведите какую-то такую образную прямую от вас сейчас к тому, каким вы будете через 2 года. Если вы будете прилагать, не будете прилагать никаких усилий, если вы будете просто оставаться, как бы не развиваясь, и будете просто жить и течь по течению, поверьте, у вас не получится оставаться на том же самом месте. Просто не получите, потому что вы будете постоянно деградировать. Для того, чтобы оставаться хотя бы на том же уровне, надо все равно расти. Поэтому очень важно, чтобы мы это понимали. Итак, для прогресса необходимо, что мы сказали? Посвящение. Туда входит и постоянство, и другие черты нашего характера. И здесь немаловажным вопросом является, кому и чем мы себя посвящаем. Потому что от этого зависит слишком-слишком много. От этого зависит наша жизнь, жизнь наших детей, всех последующих поколений. И в конечном итоге от этого может зависеть жизнь целой нации. Потому что благодаря вашему правильному такому посвященному отношению, кто-то из ваших потомков, не исключено, что будет президентом этой страны, а может быть премьер-министром, а может быть еще какой-то важный пост будет занимать. Все зависит от нашего с вами посвящения. Поэтому важно, чтобы мы были готовы произвести в нашем поколении человека, который мог бы нести ответственность и влиять на ход истории. И, возможно, этим человеком можете стать даже вы, находясь в своем постоянстве, в своем такой открытости для Бога и посвященности.
Поэтому Павел пишет о самом фундаментальном таком, самом важном и, пожалуй, самом рациональном посвящении жизни, посвящении Богу, начиная со слов «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим». Другими словами, он напоминает нам о Божьей милости, которая обновляется каждое утро, потому что для каждого христианина единственным мотивирующим таким фактором жизнь, посвященная Богу, жизнь является жертва, которую Бог, Иисус Христос, принес для нас и ради нас. Теперь давайте по порядку рассмотрим эти вещи. Первое, что я хотел бы рассмотреть с вами, это представьте тела ваши в жертву Богу. Знаете, часто проповедники делают акцент на предоставлении сердец Богу, а не тел. Но Павел заявляет, что предложение наших тел Богу является нашим духовным служением. Богу не угодно только внутреннее наше поклонение. Оно должно выражаться также внешне, в конкретных действиях, в служении, совершаемых нашими телами. Греческое слово, которое переведено здесь как «служение», происходит от глагола первоначально означающего «работать по найму» или «за плату». И применялось к человеку, отдавшему свою рабочую силу и плату. Оно означает не рабство, но добровольное обязательство выполнить работу. Позже оно получило общее такое значение «служить» и приблизилось к значению «посвятить свою жизнь в служении». Это очень важный момент. Истинное почтение Бога – это жертвенное или жертва нашего тела и всего того, что мы ежедневно делаем, имеем посвящение Богу. Другими словами, истинное богослужение – это принесение в жертву Богу своей будничной жизни, не только церковное священническое действие, но и восприятие всего мира, всего, что мы делаем, и всей нашей жизни. Это наша работа, это наш дом. Это, если мы все это рассматриваем как служение Богу, то это повседневная наша христианская жизнь. И очень важно, чтобы мы понимали, что повседневное наше служение, повседневная наша жизнь, это она не освобождает нас от церковных служений, потому что в Библии конкретно написано «не оставляет собраний своих». Но хочу заметить, что одно невозможно без второго. То есть если мы не будем посвящены дома, на работе и во всех сферах нашей жизни, мы, конечно же, не будем посвящены и в церкви. И если ваша будничная жизнь посвящена Богу, если вы идете на работу, и вы понимаете, что идете служить Богу, когда вы встречаетесь с друзьями, вы понимаете, что вы служите Богу, когда вы дома со своими домашними, вы понимаете, что вы служите Богу, в этом случае вы непременно будете ревновать, чтобы частью общего служения Богу вместе с церковью были также вы. Это, как далее пишет Павел, требует радикального изменения всего. Приведу, знаете, один такой пример, который мне часто вспоминается. У меня был друг, наверное, он и есть, он жив. Мы не так часто встречаемся с ним, но вместе с тем я считаю его своим другом. И у меня было несколько друзей. Это были и мои родственники, и мои друзья, с которыми мы особо много проводили времени. И я неоднократно говорил о том, что в моей жизни было время, когда я особенно практиковался в молитве. То есть моим кредо, наверное, я не знаю, была молитва. И я очень много времени посвящал молитве. И не просто молитве, знаете, в одиночестве. Я любил такие совместные молитвы, молитвы с братьями. И мы молились часами, и мы поддерживали друг друга. Это была молитва, знаете, такая вот, как бы поддержки друг друга. И
Также я постоянно ревновал, и когда была такая возможность, приезжал к своему другу и говорил: давай будем молиться. Он: а, давай. Он никогда не отказывал мне, он всегда соглашался. Дима, можно стул? Стул. И я приходил к нему, мы немножко беседовали, пили чай, а потом я говорю: давай будем молиться. Он: давай. И мы становились на колени, у нас молитва всегда была на коленях. Я молился, молюсь, час молюсь, не слышу брата. Второй час молюсь, не слышу брата. Открываю глаза, а он тоже молится. Я его вообще не слышу. И он говорит, я говорю: ты слушай, ты будешь молиться вообще сегодня? Так я молюсь, говорит, уже 2 часа. Как же ты молишься? Говорит: сердцем молюсь. Так вот, разница между молитвой сердца и молитвой нашего тела, да, когда мы выкладываемся в молитве, да, когда мы не просто молчим, размышляем, порой спим, потому что в такой позиции 2 часа не заснуть, это надо иметь, ну, какой-то особой бессонницу, или я не знаю еще. Его может будить, конечно, моя громкая молитва, да, не давать ему спать, но в целом это сложно не заснуть. И поэтому я молился и думаю, ну когда же он меня поддержит? Ну когда, знаете, так хочется поддержки, иногда вот ты, как бы молитва угасает, и хочется, чтобы кто-то подхватил. Это знаете, как велосипед. Я 7 лет занимался велоспортом, и у нас была такая парная гонка. Это когда 2 человека, или 3 человека, или 5 человек в спарке такой, мы преодолеваем, допустим, 50 километров. И вот 5 человек, самое трудное это первому. Он идет, он рассекает воздух, ветер. Если ветер дует, он должен его рассекать. И за ним едет второй, он еще больше площадь захватывает. Он третий, четвертый, пятый, и задний вообще отдыхает. Он может даже и педали не крутить так, знаете, лениво. Потому что ветер его, он его как бы подхватывает. То есть вот этот вот поток. И первый пашет, потом раз – спрятался за заднего, отдыхает. А второй уже начинает напрягаться, опять разгоняет. Разогнал группу, опять спрятался. Третий уже. И, знаете, вот такое вот что-то подобное происходит в такой вот коллективной молитве. В коллективной молитве, когда один ведет сначала и так громко, четко, молится, подустает, второй подхватывает, потом третий подхватывает, четвертый. Такая молитва, она постоянно вроде в таком, знаете, но в сильном потоке таком, без ослаблений. И это такая молитва всегда вдохновляет, такой молитвой хочется молиться, потому что когда молитва гаснет, уже спать хочется, колени начинаешь чувствовать, там болят, еще что-то там. Ну, куча разных вещей, которые приходят, и дьявол давит на эти вещи, и в конечном итоге молитва заканчивается, и ничего хорошего из этого не получается. Поэтому точно так же вот в нашей христианской жизни очень важно, чтобы мы молились и служили Богу не только сердцем, но посвятили свои тела Господу. Знаете, не всегда это легко, но когда ты делаешь это в постоянстве, приходит, как это, привычка к постоянным нагрузкам, да? Вот если вы приходите, допустим, первый раз в зал, да, вы можете вначале там хвататься за железо, тягать его и так далее, на следующий день вы будете уже никакой, и в ближайший месяц вас никто уже не увидит в зале.
потому что как бы, ну, но если вы регулярно занимаетесь в постоянстве, вы уже настолько привыкаете к нагрузкам, что для вас тренировка, она как бы, ну, только настроение поднимает, потому что вы видите свои результаты, потому что постоянная тренировка, она показывает вам, что вы становитесь сильнее, вы берете больше веса, то есть вы мотивированы этим, вы постоянно находитесь в таком вот состоянии роста, физического такого роста. И что-то подобное происходит в нашей жизни, когда мы посвящены в постоянстве. Это тоже постоянно нас вдохновляет. Бог показывает какие-то новые победы, новые вещи, новое проявление Духа Святого, новое движение Божье и так далее. Ты видишь новых спасенных людей. То есть это постоянно мотивирует тебя, постоянно быть в близости с Богом, находиться в первой любви и так далее. То есть очень важно, чтобы наше служение Богу было не просто сердце. А, да, Господь, ты же знаешь, мое сердце все в тебе. Я ж так люблю тебя, я ж так все. И когда это остается только на уровне слов, ничего хорошего из этого в итоге не получается. Потому что приходит время, когда ты сдуваешься. И только повседневная открытость, посвященность Богу, она вдохновляет нас больше, больше и больше. И когда рядом с тобой есть такие же вдохновленные, такие же посвященные люди, тогда это вдохновение, оно растет вдвойне, а там втройне, а там еще больше. И получается, что такая вот группа, да, вот группа из двух человек имеет одну скорость максимальную. Если три человека, это уже будет намного быстрее группа идти. Пять человек – это еще быстрее, потому что то есть пять человек – это пять человек, которые дают возможность разогнаться этой группе. И поэтому очень важно, чтобы вот в таких вот связках нас было как можно больше. И то, что я заметил еще со своей спортивной жизнью, да, вот, когда ты расслабляешься на какое-то время, очень сложно впоследствии собраться. Очень сложно впоследствии собрать себя в кучу. Потому что расслабление, оно дает свои результаты. Ты привыкаешь к расслаблению. И мышцы уже отказываются, знаете, работать так, как они работали. Потому что они почувствовали, что можно вот жить на расслабоне. Что-то подобное предлагает нам дьявол. Он предлагает нам особо не напрягаться, но пусть другие напрягаются. Ты же уже сколько лет напрягался, ты посмотри просто, вот, ты 20 лет в напряжении там, и так далее. Хватит, отдыхай уже, расслабляйся. Но, знаете, расслабление даже сильных людей делает настолько слабыми и настолько уязвимыми, что если мы смотрим на жизнь Давида, человека по сердцу Бога, человека, который знал, как угодить Богу. И через расслабление в его жизнь пришел серьезный грех. Он даже готов был убить человека для того, чтобы его жизнь она была удовлетворенной. И поэтому очень важно, чтобы мы это осознавали и понимали, что расслабление – это не для нас. Второе, на что я хотел бы обратить внимание в этом стихе, написано: «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Другими словами, мы не должны приспосабливаться к этому миру. И мир не должен преобразовывать нас. И это важно понимать. Для выражения этой мысли Павел употребляет два почти непереводимых греческих слова. То, что у нас переведено «не сообразуйтесь с веком сим», передано словом, означающим «внешняя форма различия от года к году», от одного дня к другому. Например, внешняя форма человека в 17 лет
отличается от той, которая в 70 лет, да? Даже вот паспорт, мы первое фото у нас идет, когда 18, да? 16. Ну, не важно. Хоть и в 13. Первое фото в паспорте и второе фото в 25 радикально отличаются. Можете согласиться со мной? Да, у вас есть это, вы можете всегда посмотреть. А 25 и в 40, или во сколько, 45, когда меняется, тоже радикально отличается. То есть она не может быть, знаете, одно фото влепил и до соточки дотянул. Поэтому внешняя форма, она меняется. Поэтому Павел говорит, не пытайтесь сообразовать свою жизнь с веком мира сего, но уподобляйтесь, не уподобляйтесь хамелеону, принимающему окраску окружающей среды. Далее Павел употребляет слово, переведенное как «преобразуйтесь». Корень этого греческого слова значит в сущности «неизменяемая форма или элемент». Человек в 17 лет имеет совершенно иные внешние формы, но сущность у него одна и та же. Внешняя форма меняется, но внутренним он остается той же личностью. И вот Павел говорит о том, чтобы наша внутренность, она всегда была сохранена для Бога, сохранена в посвященности, независимо от того, сколько мы живем, сколько мы прожили, сколько мы отслужили, потому что некоторые смотрят на свой духовный стаж и говорит, ну все, я уже вроде как отпахал свое. Уже такой духовный пенсионер. Поэтому мне теперь надо отдыхать, ехать где-то миссионировать на Майами, Гавайи, еще где-то и так далее. Что, в принципе, некоторые пастора и сделали. И поэтому Бог искренне желает, чтобы человек и христианство в целом сегодня наблюдали за собой и стремились к тому, чтобы не ослабевать в Боге, не ослабевать в посвященности Богу. И Павел говорит следующее. Для того, чтобы почитать Бога и служить Ему, мы должны измениться не внешне, а внутренне должна измениться наша личность. Что же собой представляет это изменение? Когда мы живем сами по себе, то мы живем жизнью, в которой доминирующее значение играет низшая такая человеческая природа, наши плотские желания, стремления, угодить себе, занять такую, знаете, позицию вольготной жизни, такой более устроенной и так далее. Но когда Христос доминирует в нашей жизни, это немножко другая жизнь и другой дух. В этом случае человеческая сущность меняется радикально. Теперь человек живет жизнью, в центре которой стоит не он сам, а в центре стоит сам Христос. И Павел говорит, что должно произойти вследствие обновления нашего разума. Когда Христос приходит в жизнь человека, то этот человек обновляется. У него тогда иной разум, иной взгляд, потому что в нем теперь разум Христа. И поэтому мы снова видим логическую такую взаимосвязь, когда Христос становится центром жизни человека, этот человек может истинно служить Богу. То есть посвящать каждый момент своей жизни, каждую минуту своей жизни, каждое действие может постоянно быть в посвящении Богу. Вы знаете, я заметил, что несложно на самом деле ради Бога отказаться от чего-то материального. Несложно ради Бога пожертвовать свою машину, отказаться от своей квартиры. Гораздо сложнее пожертвовать Богу самого себя.
Потому что это влечет с собой множество последствий. Это не разовый акт такого, знаете, благочестия. Взял, пожертвовал и забыл. Да, кто-то забыл, кто-то не забыл. Я помню, но в первые годы служения, когда, я не помню, у нас или поломалась машина, или застучал двигатель, что-то произошло такое. И помню, один брат подходит мне, пастор, Бог сказал мне отдать вам свою машину. Я говорю, я оставляю тебя еще с этой мыслью на неделю. Молись, ищи подтверждение. Если ты через неделю придешь и будешь того же мнения, тогда мы с тобой поговорим. Проходит неделя, она проходит очень быстро. Я уже и забыл за эту машину. Он приходит, пастор, я прожил с этой мыслью неделю. Я хочу отдать вам ключи. Ну, говорю, ну, если ты точно уверен, хорошо. Я взял эти ключи, возблагодарил Бога. Ну, и начал служить этой машиной, с этой машиной. И я уже даже не помню, какая это была машина. Но проходит 20 лет. Я где-то в городе встречаюсь с этим парнем. Он уже давно не в нашей церкви, он давно уже в другой деноминации вообще. Говорит, слушай, а ты помнишь, я тебе машину давал? Может, ты уже отдашь мне ее обратно? Я говорю, слушай, я даже забыл, как она называется уже, та машина. Я говорю, о том, чтобы иметь возможность отдать тебе эту машину. Я говорю, ты мне ее давал или Богу ты ее давал? Ну, Богу, конечно, но через тебя же. Ну, так, говорю, ты за всем остальным придешь тоже ко мне, я говорю. Все, что ты отдал в жизни Богу. В общем, это выглядело, конечно, смешно и вместе с тем грустно. Потому что если мы до конца не осознаем, что мы делаем и почему мы это делаем, это грустно, потому что рано или поздно мы будем разочарованы в этом. Поэтому очень важно, чтобы в нашей жизни, в нашей христианской жизни мы научились прежде всего не и были способны не на разовые какие-то даяния Господу, а именно на посвященность жизни Господу. Я уже больше 30 лет нахожусь в служении. Знаете, я никогда не пожалел об этом, хотя у меня была куча возможностей уехать в Штаты, заниматься бизнесом и так далее, что у меня неплохо получалось, в принципе. И просто жить себе, наслаждаться жизнью, как это делают мои родственники. Я смотрю, родственники, которые здесь были нищими, в Америке сегодня процветают и достаточно серьезно. Даже не имея особых бизнесов, они достаточно хорошо стоят в жизни. Они имеют прекрасные машины, там, дома шикарнейшие там, и так далее. То есть все это я мог бы иметь в жизни. И моя семья была бы в довольстве, моя семья была бы в этом сам. Но именно в тот момент, когда я должен был уезжать в Америку, вы знаете, что 10 лет у меня был статус беженца, я мог в течение 10 лет в любой момент собраться, уехать с семьей. Но именно в этот момент Бог призвал меня служить этой церкви. Именно в этот момент Бог коснулся моего сердца, чтобы я посвятил свою жизнь Господу. И вот глядя назад 30 лет спустя, знаете, я ни на один момент не сожалею о том, что я выбрал в своей жизни. Хотя глядя сегодня, да, уже ну, многие братья и сестры из этой церкви, ради которых я остался, они там и сватают туда как можно больше людей. И сегодня во время войны это количество еще увеличилось. Люди с удовольствием уезжают, люди с удовольствием бросают эту бренную землю. И возникает вопрос.
посвящена ли твоя жизнь Господу? Или ты просто живешь по течению? Сегодня я живу хорошо. Сегодня получается здорово. И ты не имеешь такого, знаете, глубокого посвящения Господу. Твоя жизнь не состоит в том, чтобы служить Богу. Она не заряжена на то, чтобы быть в посвящении Богу. Знаете, такая жизнь христианская, она очень половинчатая такая. Но сложно назвать ее христианской жизнью, потому что если ты не посвящен Христу, то христианство, оно как бы в твоей жизни только как номинальность, как знаете, как лейбочка. От того, что у тебя лейбочка Adidas, ты не становишься сам Adidas'ом, да? И от того, что у тебя есть наклейка «христианин», ты не становишься настоящим христианином. Поэтому христианин – это жизнь, посвященная Богу. Христианин – это жертвенность для Бога и в Боге. Поэтому то, что Бог предлагает нам сегодня, то, что Он ожидает сегодня от церкви, то, что Он ожидает сегодня от каждого из нас, это, конечно же, посвященности Ему наших тел, посвященности Ему нашей жизни. Это то, о чем ревнует наш Небесный Отец. И сегодня хотел бы, чтобы это слово, оно не прошло мимо нас. Я бы не хотел, чтобы наша церковь так и осталась где-то в таком половинчатом состоянии в отношении служения Богу. Я ревную о том, чтобы наша церковь возгорелась ревностью, возгорелась жаждой, возгорелась желанием посвятить свою жизнь Господу. Чтобы мы пересмотрели свои отношения с Господом, чтобы мы пересмотрели свою посвященность. Ведь каждый из нас знает себя, знает уровень своей посвященности. Нам не нужно какие-то, знаете, отдельные комиссии, которые пришли бы, изучив нас, сказали нам уровень нашей посвященности. Я думаю, что каждый из нас знает, насколько он открыт для Бога, насколько он посвящен в Боге. И пусть Бог сегодня просто касается каждого нашего сердца, чтобы мы, проанализировав уровень своей посвященности Богу, сегодня изменились в этом. Знаете, несложно измениться. Когда ты признаешь факт, что на самом деле в твоей жизни отсутствует глубокая посвященность Богу, возможно, ты частично посвящен, возможно, ты время от времени посвящен, Бог на самом деле ревнует о том, чтобы наша посвященность, она была стопроцентной, она была ежедневной, ежечасной и ежеминутной. Поэтому я верю, что у нас есть над чем думать, я верю, что у нас есть о чем молиться, я верю, что нам есть в чем возрастать и в чем углубляться. Поэтому пусть Бог благословит нас сегодня, это короткое слово, принять в свое сердце и позволить Богу говорить к нам сегодня. Потому что мы живем время, которое очень, очень изменчиво. Мы видим, что меняется на фронте, все меняется, в жизни все меняется, в решениях Запада все меняется, в решениях Востока меняется. То есть вокруг все меняется. Каждый день какие-то мы слышим новости, которые либо радуют, либо огорчают нас и так далее. И вот для того, чтобы не жить в этих вот волнах огорчения и радости, важно окунуться в Господа, важно окунуться и быть посвященным Ему. Это намного глубже приносит благословение в нашу жизнь и соединяет нас с нашим Господом Иисусом Христом. Давайте мы встанем. Я бы хотел, чтобы мы вместе с вами помолились. Я хотел бы помолиться за вас. Хотел бы помолиться вместе с вами, чтобы Божий Дух сегодня коснулся каждого из нас сверхъестественным образом. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за Твою любовь. Мы благодарим за Слово Божье, которое говорит и обращается к нам. Отец, мы не желаем быть людьми, которые трудились,
были посвящены Тебе и в какой-то момент устали и отошли от посвящения. Господь, мы не желаем быть людьми, которые частично посвящены Тебе. Господь, мы не желаем быть людьми, которые просто номинально считаются христианами. Отец, наша ревность по Тебе такая же, как Твоя ревность по нам. Отец, мы жаждем исполнять Твое Слово. Мы жаждем ходить в Твоем Слове, Господь, и быть наполнены Твоим Словом. И мы просим Тебя, Господь, благослови нас в этом. И пусть Твоя благодать и благословение, они сопровождают нашу жизнь. Отец, мы так нуждаемся в Твоем постоянном прикасании, Господь. Мы просим Тебя, прикасайся к нашим сердцам. Господь, просто проверяй наши сердца. Отец, проводи ревизию в наших сердцах. Господь, подсказывай нас, где мы охладеваем, где мы теряем ценности, где мы теряем важные направления. Господь, мы просим Тебя, чтобы Ты постоянно руководил нашими сердцами, чтобы, Господь, Ты касался нас сверхъестественным образом. Отец, чтобы Твоя близость для нас была не чем-то таким иногда происходящим, но чтобы Твое присутствие, оно постоянно было в нашей жизни. И чтобы Твое прикосновение, Господь, становилось для нас чем-то, в чем мы нуждаемся ежедневно, ежечасно, ежеминутно. Господь, благослови нас в этом. Благослови в том, чтобы мы возрастали во Христе Иисусе. Благослови нас, чтобы мы погружались во Христа Иисуса. Благослови нас, чтобы мы жили Христом Иисусом. Отец, благослови нас во всех этих сферах жизни. Касайся нас, Боже, сверхъестественным образом во имя Иисуса Христа. Изменяй нашу жизнь. Корректируй нашу жизнь, вдохновляй нас, Господь, на новые подвиги во Христе Иисусе. Благословляй, Господь, и поощряй нас, Отец, открываться для Тебя более, более и более, посвящать свою жизнь Тебе более, более и более во имя Иисуса Христа, Господь. Благослови каждого из нас, и пусть Твоя благодать, пусть Твой мир, пусть Твой божественный порядок, он царит в наших сердцах. Ежедневно, ежеминутно, во имя Иисуса Христа. И весь народ сказал: аминь. Аллилуйя. Драгоценные, я хочу обратиться к тем, кто еще никогда не приглашал.